А Зихра и не скрывала своей радости, она искренне ликовала. «Ты правда не едешь?» Амир взял ее за руки. «Правда, я остаюсь со своей любимой. Ты рада?» Зихра. «Ты еще спрашиваешь? Конечно, я рада. Я просто счастлива, Амир». Амир. «И как мне теперь быть? А мне работать нужно, и я не могу. Я хочу каждую секунду быть с тобой». Зихра хитренько так посмотрела из-за ресниц. «А ты работай, работай дома. Нельзя разве так?» Амир. «Я и работать-то теперь не могу, не думая о тебе». Посмотреть очередную 355-ю серию с русскими субтитрами вы сможете уже в субботу, 26 мая.